Наша цель — КР, Treasure Hunter, Star Trek. Ребята, я надеюсь, вы готовы. Я тоже готов. 3, 2, 1. Что? Ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня будет самое нереальное и самое жесткое видео в истории канала Кента ПК. Потому что прямо сегодня я куплю более 1000 комонок и попробую с них скрафтить аркану. И самое главное, наша цель — это скрафтить АКР, Treasure Hunter, Star Trek. И я уверен, у нас все выйдет. Поэтому, ребята, пожалуйста, прямо сейчас прожмите лайк прямо эту секунду. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, пожелайте мне удачи, а мы приступаем к видео. Ну что, ребята, заходим на рыночек, дальше выбираем в фильтрах комоночка, и прямо сейчас будем брать, какие комонки я буду покупать. Так, вот мне понравилось это цвета за пиксиком фляж. Сразу 100 штук, если понравилось, надо брать. А чё бы нет, могу себе позволить, сразу 100 штучек. Бах! Купим! Да ты шо, сладенький ты мой! Блин, ребята, походу на съемке данного ролика потрачу очень много голдишки. Прям очень много. И самое главное, ребята, я санитар рынка. Знаете почему? Потому что я очищаю рынок от всяких этих бесполезных, никому не нужных скинов. Дальше я просто закрываю глаза и тыкаю сюда. Следующая комоночка у нас будет... Не, понял, спала не хочу. Следующая комоночка у нас будет... Тег-9 Далматин. Покупаем их сразу 200 штук. Ну а что, нет, маус позвали. Да, опа! 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 А у Кента скоро будет полная попа. Вы посмотрите на мои новые предметы на рынке. Вы посмотрите, ребята. Они просто не заканчиваются. Они постоянно увеличиваются. У меня уже 122 скина. А прикиньте, я что спамаю с наклейками. Просто представьте, блин, ребята, как же много, все зависло. Все просто-напросто зависло. Ничего не нажимается. Так, давайте я еще куплю 100 UMP 45 Iron. Сразу 100 штучек. Как быстро цифры над моей головой меняются. Уже 284, уже 293. А, как же это сложно. Блин, ребята, я говорю сразу, на съемке данного ролика потрачу очень много времени. Я очень сильно надеюсь, что мы сможем дойти до легендарок 100 треков. А, стоп, мы же не дойдем до легендарок 100 треков. Хотя не, дойдем, дойдем. Вы спросите, как? А я вам потом все-все-все покажу. У нас уже 300 скинов. Нормально, нормально, нормально. Но нам надо гораздо-гораздо больше. Давайте USP Line. Неплохой скин, куплю 200 штук. Так-так-так-так-так. Блин, как же все лагает. А картагеры? Ну купим 50 штучек. Они дорогие, ребят, по голде, прикиньте, я в шоке. Камон, который стоит целую голду. Обалдеть. Купим сразу 50 штучек. Насколько же мне много всяких покупок. То, что даже просто инвентарь зависает, рынок зависает, все зависает. Давайте-ка мы что-то купим с Fable коллекции. Я хочу купить 300 штучек за одну голду. Ребят, посмотрите, что с рынком? Нет запроса на покупку. Что за дичь? Просто все очень сильно лагает. Мне кажется, если я перезайду в Stand of 2, то там будет какая-то полная дичь. 5 minutes later. Прикинь, я сейчас захожу и там бан. Ха-ха. Да не-не-не. О-о-о. 943 предмета. Чего? И они не заканчиваются. Было же 600, когда я выходил. Так, вроде бы как все остановилось. У меня 943 новых предмета. Неплохо. Блин, прикинь, если бы это все были керамбиты голд. Вот это! Мне чисто этих денег бы хотело бы до конца жизни. Так, еще должно купиться 12 SM-1014 бластеров. И мы можем еще купить штучек 100 каких-то комоночек, так сказать, для разнообразия, чем бы нет. Ну давайте, например, куплю АКР 12 Roar, MPR коллекция, очень крутые комоночки. Купим 100 штучек и покупаем. Все, ребята, прямо сейчас мы купили все комонки. Давайте просто ради интереса пролистаем немножко вниз. И мало ли вдруг я тут увижу какую-то наклейку. Я очень сильно... Ого, я очень сильно лагаю. Я очень сильно сомневаюсь, что мы, ребята, найдем тут какую-то наклейку, но тем не менее. А прикиньте, тут будет какая-то наклейка. Просто прикиньте, так, пока что смотрю. Комонка, 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 ни одной наклейки нету. Где мои дорогие наклейки? Не, наклеек нема. Прикиньте, купил 1000 комонок, ни одной наклейки нету. Ну чё, ребят, погнали делать крафтик. Нажимаю крафт и просто начинаю крафтить скины со всех коллекций, просто все подряд. Блин, ребята, вы понимаете, что мне надо сделать очень много крафтов. Вот просто давайте посчитаем, мне надо сделать за сегодня, наверное, крафтов штук 400, а то и 500. Это будет очень долгое видео, но я вам скажу только одно. Если вы поставите лайк, я готов снять продолжение. О, а координация скейл? Так, ну что, погнали, крафтим, 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 просто крафтим скины, просто со всех коллекций, крафчу по максимуму. Опа,
USB Ray. Анкамоночка, моя любимая, Скорпион коллекции. И знаете, что самое-самое обидное, что камонки даже не планируют заканчиваться. Вы просто посмотрите, такое ощущение, что они просто-напросто бесконечные. У меня до сих пор 1000 запросов, я уже 3 минуты крапчу, до сих пор 1000 запросов. Обалдеть. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Просто, ребята, делаю крафты скинов из всех коллекций. Просто крафчу, 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 и еще раз крафчу. Ребята, я вам скажу так, когда кто-то с ваших друзей скажет, быть ютубером это легкотня, покажите ему это видео, покажите! Блин, ребята, это просто какое-то издевательство, нарушение прав человека, особенно Кента ПК. И да, я человек, а не Пепа, как вы любите писать в комментариях, а то знаю я вас. Прошло примерно полтора часа времени, и знаете что? Я прикрафтил половину всех скинов. Да, ребята, мы уже на финише. Ну как на финишной? Потом будут анкамонки, потом будут рарки, потом будут легендарки, потом будут арканы. Ха-ха. Да, ребята, подняться при помощи крафтов очень тяжело. Но гораздо проще подняться на булдропе, потому что булдроп это топовый дроп. На булдропе вышло новогоднее обновление, в котором вы можете выполнять задания и получать за это крутые призы. Также, ребята, по моему промику, который находится снизу, получаете бесплатную голдишку. Ребята, не может быть! Мы уже почти на финишной прямой. И чтобы мне больше везло, я даже скрафчу Кэртайгер с наклейками. Пожалуйста, 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 пожалуйста. USB Flight. Ну, такой себе, можно получше. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Оп. Буквально два крафта осталось, два или три крафта. Просто смотрите, я не верю своим глазам. Я прямо сейчас заплачу от радости. Наконец-таки мы докрафтили эти вонючие камоночки. Да! Но прямо сейчас мы, ребята, приступаем к нашим анкамоночкам. И посмотрите, как же их много. Ой-ой-ой-ой. Походу еще плюс миллиард крафтов. Просто крафчу все, что можно скрафтить, все крафчу. У меня даже есть какие-то анкамонки с наклейками. Я их тоже буду крафтить, просто все пускаю в бой. У меня есть даже анкамонка, посмотрите, М16 камуфляж с 4 наклейками. Мне ее тоже не жалко, просто крафчу все. Смотрите, нападают рарочки. Я скажу вам только одно. Это 100% пока что не окупная тема. Мы узнаем, окупной это крафт или нет, только тогда, когда дойдем до легендарки. Вот там-то будет самое-самое интересное. Я очень сильно надеюсь, что это видео будет окупное. Если нравится подобное видео с крафтами, давайте хэштег больше крафтов. Тогда буду снимать гораздо больше подобных видеороликов, будет гораздо больше видео с крафтами. Потому что я знаю, мне нравится. Ура! Последний крафтик! Хидыщ! И теперь мы идем крафтить рарки. Вот тут уже поинтересней. 5 minutes later. Просто, ребята, прикиньте, все эти рарки были сделаны с камонок. Мне же в это не верится. Ребята, чтобы понимали, инвентарь мой просто-напросто очень сильно лагает. У меня завис инвентарь, все лагает, все зависло. У меня не отображается новый скин. То есть я делаю крафты, скины просто не отображаются в инвентаре. Фух, ребята, вроде бы как с горем пополам мы дошли до эпиков. А дальше будут легендарки, да? Ого-го, посмотрите, как же много у меня разных этих эпиков. У меня даже есть эпики с Origin коллекции. Каждый из этих P350 неоновый очень дорогой. Погнали их крафтить. Только что мы скрафтили первую легендарку. Да, хоть она и ложовая, но тем не менее это первая легендарка, да? Все, ребята, мы это сделали. Мы дошли до легендарок спустя миллиард часов. И сейчас будет то, ради чего вы все сюда пришли. Я прямо сейчас просто делаю вот так вот. И я сейчас скрафчу все легендарки, что у меня есть. Пока что начну с дешевых легендарок. Знаете почему? Потому что дальше буду крафтить легендарки с Origin коллекции. Некоторые из этих легендарок я купил, я говорю сразу, потому что 1000 камонок, как оказалось, это очень мало. Но, тем не менее, много этих легендарок я и скрафтил. Ну что, погнали. А Кэртакин, первый аркана, да! Ау! Первый аркана, да! Я знал то, что мы это сделаем. Но сейчас, ребята, будет то, ради чего вы все сюда пришли. Это крафт Origin коллекции. Те самые долгожданные лендарочки. Ребята, я надеюсь, вы готовы. Я тоже готов. С вас лайк, пиписька. 3, 2, 1. Поехали! Что? Сказал бы я, но блин! Но блин! К сожалению, это не настоящий крафт.
Короче, ребята, есть хорошие новости и плохие. Смотрите, хорошая новость, то что у меня куча эмочек-некромансеров, которые очень дорогие. Плохая новость, то что я не могу с них сделать крафт, потому что какая-то тут вонючая ошибка крафта. Короче, ребята, я кидаю вызов сам себе. Прямо сейчас, если вы наберете 10 тысяч лайков под этим видеороликом, я сниму продолжение и я куплю 10 тысяч комонок. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем хорошего настроения и всем пока-пока.